Находкинская станция скорой медицинской помощи пополнилась новыми автомобилями. 4 полноприводных УАЗа и 6 автомобилей марки «Газель Next» прибыли в Находку по поручению правительства Приморского края. Техника оснащена системой подогрева ВБАСТа и системой ГЛОНАСС. Общая стоимость спецтранспорта отечественного производства составила 33,5 миллиона рублей. На данных автомобилях общепрофильного класса «Б» могут работать врачебные и фельдшерские бригады. Все-таки благодаря, наверное, правительству Приморского края парк нам обновляют, ну, скажем так, каждый год. Понемножку, но вот такая большая поставка – это впервые. И учитывая, что у нас работает 10 бригад ежедневно, это 2 бригады работают в Врангеле Южно-Морской, и 8 бригад работает на город Находку. Поэтому вы сами представляете, что мы можем раз и всех посадить на новые машины. Машины оснащены всем необходимым современным медицинским оборудованием широкого спектра. Системой разводки медицинских газов, аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами с голосовой инструкцией по использованию, кардиографами, инфузоматами, пульсоксиметрами, средствами для транспортировки пациента. Разводка медицинских газов, которая идет вдоль задней стены. Вон там стоят баллончики, и мы просто присоединяем сюда аппараты наши, и централизованно, ну, как бы подается в машине кислород. Дальше есть здесь розеточки. То есть оборудование и машина может работать от 220 и от 12 вольт в зависимости от оборудования. В разгар пандемии из-за коронавирусной инфекции нагрузка на сотрудников скорой помощи увеличилась. Поступает множество вызовов, и после каждого пациента спецтехника подвергается обработке. Стоит отметить, что новые машины оснащены антибактерицидными лампами, что уменьшает риски заражения самих работников. Мы же берем потом следующего пациента, вдруг у него будет неизвестен его статус, то ли это коронавирусная инфекция, может быть, это просто пневмония. Поэтому после каждого пациента мы обрабатываемся обязательно. Поэтому немаловажно, что сейчас у нас в машине еще и бактерицидная лампа. Для Находки это значимое событие. Кареты скорой помощи от интенсивной работы исчерпывают свой ресурс за 5 лет. А ремонтировать спецтехнику никто не берется. Сейчас автопарк скорой помощи Находки насчитывает порядка 22 автомобилей. Некоторые из них готовят к списанию. Новая партия после регистрации и оформления страховки к концу года приступит к своим обязанностям.